Ребята, я сижу на стеклянном полу, подо мной пропасть, вокруг Индоманское море, мы на мосту, мост качается, привет, подписывайтесь на наш канал. Проходим контроль. Тут школьники сидят, Skyrex ждут. Садимся в кабинку. Решили сегодня поехать на закате. Посмотреть на закат. Не знаю, что у нас получится, потому что к вечеру затянуло дымкой. Мы поднимаемся вверх. Третий подъем. За последние полтора года. Внизу как раз чаще, где я летала на зиплайне. Смотрите, ссылка будет в описании. Очень интересное приключение. Да уж. И очень дорогое. Внизу наша деревня, где мы живем, Rental Village, наш отель. Сегодня, кстати, вот ясно на море. В прошлый раз была дымка, а в этот раз очень хорошо все видно. Почти 2 месяца. Вот. Строили инженера, думали, как вписать его в местную природу. И вот получился такой красивый мост. И мы уже сейчас подъезжаем наконец-то к станции. Раньше окошки у нас были закрыты, да? Покупаем билетики по 5 рингит с носа за то, что мы пойдем пешком к мосту. Билеты выглядят вот так. Зелененький браслетик. И идем на мост. Да? Окей. Вперед. За 15 рингит можно спуститься и подняться на мост. Да. Ну а мы идем вот так вниз и пройдемся по джунглям. Народ уже возвращается, а мы только идем. Спускаемся через джунгли. Вот такая красота. И кормить обезьянок. Осталось 130 метров. 6 минут до моста. Мы идем дальше. Какие растения здесь встречаются. Вот рафлезия. Для обезьян манки.
Манки Кап? Нет, это не похоже. Она. Спешим на мост. Он закрывается в 6:30. У нас еще 50 минут в запасе есть. Встречаются очень интересные деревья. Вот такое с красной корой. Очень красиво. И здесь водятся кобры, кабаны и обезьяны в этой территории. Ну, мы пока никого не встретили. Привет, друзья! Мы наконец-то поднялись на мост Небесной Лавкови. Приглашаю прогуляться вместе с нами, смотреть на красоту. Рады, Сережа. Вон, смотри, здесь поймут уже синий. Стеклянный пол, и я иду на стеклянный пол. Вот. Ужас какой. Что вы страсти рассказываете? Будете становиться? Даже не знаю. Сережа, лень ботинки снимать. Да, не кипятся. Ну, я сейчас носка буду. Сейчас сниму. Знаю, что они там видят вообще. Безбилетные. Там заинтересованы. Безбилетные пассажиры. Вот драка за банку с соком. Банкет по полной программе. Как они сюда залезли? Мы тоже приехали на этом срок. Да, наверное. Шоколадку какую-то нашла там. Да, наверное. Банку расковыряла. Ой, она ж порезаться может. Иди сюда, Ирина. Вот здесь вот. Видно там? Успеем сейчас еще. Она оккупировала мусорку и не пускает их сюда. Мы на мосту самые последние, практически народу никого нет. Вот такая панорамка. Мост качается под нами. Пропасть. Если будет ветер, никак не может спускаться. Да. Поднимаемся на верхние площадки закат встречать. Друзья, как водится, здесь по обычаю вешаем на мостике свой замочек. Подождите, сейчас я покажу замочки. Подожди, не вешайте.
Вот здесь замочков висит, немерено просто. Ну, а с собой на рюкзачке я был, поэтому... У нас с собой был рюкзак на рюкзаке, поэтому он будет выделяться. Он да. Единственный особый. Проверим, когда мы, может быть, приедем. Или вы приедете и найдете наш замочек. Как раз ориентир будет на сердечко. Вправо. Между двумя сердечками. Вот. Да, второй пролет. Вот, такой, вот так он выглядит. Замочек. Если найдете, пишите в комментариях. Мы скажем вам код. Да. Нет, код мы не скажем, потому что это секретик. Вот. А в комментариях можете написать, что вы нашли наш замочек. Да. Вот он так выглядит. Вот он висит одиноко. Все другие одинаковые совсем. У нас он совсем не одинаковый. Наша кабинка едет, и мы последние сейчас уезжаем, садимся. И грустный момент, расстаемся с Ланкави. Последний день сегодня. Третий раз. Встречали закат. Сейчас расскажите о своих впечатлениях. Тяжело, конечно, прощаться. Да. Завтра уже будем в Бангкоке. Да. Да, круто. И мы как раз в кабинке едем на закате. Чижика. Цикады у нас поют. И закат. Каждый день. Я еле засыпаю от них. От сверчков. Вот. Болтайте. И мы подъезжаем к геопарку. Нашему отелю. Ну, с левой стороны видно его. Пойдете еще на терекс на этот?